Друзья, я вас рад приветствовать. У нас тут транзитное пополнение, можно так сказать. В общем-то, сегодня уже можно было вот этого товарища, красавца, отправить, но как-то я решил, что надо показать сие чудище людям, потому что я видел его с открытой крышкой, как видите, вы тоже скоро увидите, потому что болтики не стоят. Монументальная вещь. Это у нас мощник Акуфейс P1000, ровно 50 килограмм веса. В одного его таскать — то еще удовольствие, особенно по ступенькам, весело. В общем, в коробке занимает, ну, он и так очень огромный, а в коробке он просто невероятно огромный. Вот, по характеристикам он жрет больше 1000 ватт. Причем это номинальное потребление. Мощность трансформатора у него 1,5 киловатта. Мы обязательно посмотрим его без крышки. Ну и так видно, что кастрюля там нормальная такая. Можно наварить макарончиков немало. По 24, по-моему, транзистора у него на каждом канале. То есть 24 налево, 24 направо. Или 24, или 22. То есть там или 11, или 12, я уже не помню. Ну, в общем, дохерища всего этого. Значит, этот усилитель способен работать от 1 Ома в линейном режиме. В линейном режиме от 1 Ома. То есть, ну, вообще, можно все, так скажем. Значит, 2000 ватт у него выходная мощность в мостовом режиме на 2 Ома. 1000 ватт на 4 Ома и 500 ватт на 8 Ом. В стерео режиме у него получается 125 ватт на 8 Ом, 250 на 4, на 2 Ома 500 и на 1 Ом 1000. Вот так у него это все располагается. Ну, то есть, опять же, да, машина такая огромная, просто машина смерти, можно сказать. Ну, в наше время это, конечно, такие, в хорошем смысле, просто, короче, мощная машина, тяжелющая, огроменная, и фактически 125 ватт на 8 Ом, то есть никаких там миллионов ватт нет, да, то есть представьте себе усилители обычные, да, вот что далеко ходить. Неплохой, отличный усилитель Sansui Electra 907. Если не ошибаюсь, у него, наверное, заявлено чуть ли не 150 ватт на 8 Ом. И вот это вот зверюга 125. А про, между прочим, данный Denon SX1, по-моему, если не ошибаюсь, 50 ватт имеет. Но, конечно, может, в замедленном режиме будет видно, если там включить в настройках замедленный режим, камера, может быть, и отсняла. Ну, короче, смысл в том, что на половине ручки громкости низкочастотные динамики летают как помойное ведро просто на вот этой акустике. Ну, причем, ну да, тут надо сказать, что акустика 4-омная, это значит, что уже 100 ватт, получается, он выдает. Но, тем не менее, и в данном случае помойное ведро хорошее. Ну, то есть имеется в виду, что это не просто болтание шаляй-валяй, это управляемое, так скажем, движение. Вот. Связанное только с правильными колебаниями, короче, отвечающими за звук, а не просто от отсутствия контроля. Вот этот аппарат я вообще еще не слушал, то есть сейчас он у нас подключен, значит, у нас сейчас CD-проигрывателя RCA входы подключены на интегральник Denon SX1, и с этого же проигрывателя балансные кабели сюда подключены. Это у нас 7000-ный пред, и от 7000-ного преда балансное подключение сюда же. Ну, на самом деле тут вот балансное подключение было выбрано банально, потому что у меня здесь на этом помещении нет достаточной длины кабелей, поэтому балансные переехали сюда. Хочу обратить ваше внимание, значит, пред я этот уже снимал, рассказывал.
я его обслужил, еще тоже не включал после обслуживания. Ну, по идее, сейчас не должен шуршать регулятор. Особо там как бы проблем никаких других и не было. Ко всему прочему, сейчас он у нас работает от батарейки. То есть кабель питания. Вот он у нас отключен. Вот он. В свободном падении. То есть поставили батарейки, соответствующие по номиналу вольтажа, емкости и так далее. То есть сейчас он у нас работает от своего бесперебойного питания, соответственно, исключая любые наводки. Но это тоже отдельная история, требующая внимания, я имею в виду сравнение, какое влияние на звук оказывает работа от батарейки, то есть слышно ли это на слух, и если слышно, то насколько, что там происходит. Но в комментариях я читал, что вроде как это рабочая тема, но пока еще сам эксперименты не проводил. Ну и в данном случае взял не Акуфейс, ну Акуфейс вон его и доставать, да, и ко всему прочему я уже для себя выводы сделал в сравнении, что вот эта семерка, она по звуку один в один выдает, что вошло, то и вышло. А отсюда, когда мы включим Акуфейс, мы будем слышать непосредственно Акуфейс без влияния предусилителя. То есть вот так. То есть будем слышать чистое звучание вот этой машины. Интересно будет, и я думаю, и вам интересно, и мне интересно узнать, что изменится, да. То есть что изменится в звуке. И опять же, вот говорю, повторюсь, что вот эта вот гонка вооружений за ваттами, ну это такое себе. Ну я вам так скажу, конечно, когда усилитель имеет высокий запас мощности, в большинстве случаев это хорошо, благотворно сказывается на звуке, причем, как бы это парадоксально ни было, именно на звуке на малых громкостях. То есть это сродни крутящему моменту объемного двигателя, да, то есть он, условно говоря, на холостых, как паровоз, тянет там, хоть в этот вертикальный подъем может заехать. Вот, так что мощность, так скажем, не лишний элемент в усилителе, но вот мы посмотрим, насколько он вообще актуален, вот, ну или вообще в сравнении, да, то есть интересно же, эта вещь очень, так скажем, дорогостоящая, ну понятно, что всегда есть что-то еще круче, но, скажем так, этот усилитель стоит больше 500 000 рублей, вот, и это только лишь оконечник. Вообще без аттенюаторов, то есть, соответственно, у него прямые входы, соответственно, пред ему необходим. Ну, или, скажем, регулятор громкости выносного характера. То есть, вот у нас здесь переключатель режимов моно, мостового и, соответственно, входы XLR и RCA. Обратите внимание на размер барашков, они просто гигантского размера. Тут такая дыра открывается, что в нее можно палец засовывать. Вот, то есть сечение кабеля может быть просто бесконечно гигантским. То есть исчисляться, я не знаю, сколько там, 20 квадратов или еще сколько. Ну, это уже так. Сейчас я просто подготовлю это дело все. Так, нам даже, наверное, столько много и не надо. Так, сейчас отключим пока на RCA, переключим. Да, все, он у нас сейчас не шевелякается. Так, ну сейчас включим проверочную композицию. Да, кстати, по векторчикам. Вот, видите, здесь у нас книженция такая, мне первый раз она в руки попала. Вот, значит, от завода-производителя рекомендации 50 сантиметров от боковой стенки и 30 сантиметров от задней стенки, несмотря на то, что акустика закрытого типа. Вот тут, видимо, еще предлагаются какие-то подкладки под подставки,
Ну, я не знаю, или для того, чтобы не шаталось, или для того, чтобы развязку какую-то сделать. Не переводил эту информацию. Ну, здесь понятно написано, как его подключить. Соответственно, через соединительные клеммы сзади, которые соединяют высокочастотное среднечастотное звено с низкочастотным. Ну, точнее, разделы кроссовера. Вот. Ну и, собственно, график очиха. Вот. То есть эти заявлено у нас чуйка 90 и, соответственно, от 25 Гц до 50 кГц. На графике, если посмотреть, где у нас находится, так, это вот 30, 40, 50, да, то есть получается вот с вот этого вот момента уже считается, что у нас 25 Гц вот отсюда пошли. То есть, а это у нас минус 12 дБ от основного линейного, так скажем, промежутка движения. Вот, и фактически у нас в провале, ну, то есть тут вообще, да, сколько тут, 150, то есть фактически только на 150 Гц они выходят на линию. Ну, опять же, вот условно, да, подбираются к этому делу. А до 150 Гц завал идет. Вот. Но, тем не менее, то есть, ну, вероятно, это очень честный график. Ввиду того, что эта акустика обладает очень таким масштабным, серьезным басом в широком диапазоне, можно так сказать. И ощущение, что его хотелось бы еще больше. Ну, то есть он здесь и четкий, и хлесткий, и соотношение размера низкочастотного динамика с размером корпуса. Здесь вот для тех, кто любит эти параметры Тиля-Смола, здесь вот оно идеально. Ну, в плане, что динамик небольшого размера, низкочастотный относительно корпуса, что позволяет создать такую, ну, некоторую именно монументальность звучания. То есть, знаете, в некоторых моментах вот это вот послезвучие, глубина его, то есть чувствуется такая как бы легкость и непринужденность в этом всем процессе. И какая-то такая по-хорошему злая мощь, ну, то есть вот серьезность, так сказать, звука в целом. Так, ну давайте перейдем уже к треку рабочему. Нам, конечно, потребуется потом подстроить еще громкости, потому как не знаю, какая там громкость нужна будет на Акуфейсе, но это после. Я повторюсь, что я сам еще не слушал, поэтому впечатления будут вот самые наипервейшие. Все по-честному. Усилитель вообще этот выключить. Здесь мы перевели. Так, сейчас отключим кабелечки. Так, телефончик я, наверное, пока положу. Куда бы положить, чтобы вам красиво было видно что-нибудь? Наверное, никуда. Так вот просто в пол лицом.
стебелечки у нас акролинки, аниверсарио, все девятки. Кстати, забыл крышку-то открыть, но сейчас мы послушаем, потом откроем. Так, ну по громкости вроде вот так и нормально. Знаете, на Акуфейсе, по-моему, помягче звучок такой, более такой. Ну вот он прям, вот он помягче. То есть помягче и как будто бы так чуть помасштабнее, что ли, то есть такое. Но в целом, я бы не сказал, что это какой-то там совершенно другой уровень, нет. И вот я еще обратил внимание, что на Акуфейсе, видимо, демпинг-фактор повыше будет. Не смотрел я, сколько он там чего. Ну, то есть динамик шевелится нормально, но амплитуда его шевеления чуть поменьше. Вот, то есть, ну, вряд ли там энергичности не достает, да, то есть, скорее всего, ну, вопрос контроля. Я помню, тоже у меня была пара тысячных векторов, я ее снимал с усилителем Denon S1, и тоже там динамик так легко летал, все как бы это, а потом я к товарищу их возил, мы их подключали к аудиоаналогу итальянцу, в А-классе там что-то порядка 50 ватт, я уже не помню, но там машина тоже 50-килограммовая, серьезная. Так вот, там тоже динамик, он вообще это на месте стоял, то есть он даже так, как сейчас с Акуфейсом, не шевелился. Но, с другой стороны, на конечный результат звук это не сильно отражалось. Вот, ну и, как вы видите, вот сейчас громкость максимально тихая, но в общем-то есть плотность звучания, то есть звук не пропадает. Наверное, можно сказать, что у Denon против Акуфейс звук такой чуть более попсовый, что ли, в том ракурсе, что
Ну, он чуть более резкий, такой более динамичный. А у Aquaface как-то вот, знаете, чувствуется такая вот сцена далеко-далеко, то есть такая широкая, большая, вот, и как-то так вот. Ну, с точки зрения комфортности прослушивания, я думаю, что Aquaface в этом смысле комфортней. То есть, если мы говорим о какой-то там серьезной громкости, то есть на большой громкости Aquaface точно слушать можно гораздо более долгое время. Он явно будет меньше, так скажем, нагнетать усталости. Так, ну что, надо крышку куда-то убрать. Куда ее убрать? Давайте вот так сделаем. Воспользуемся пока еще не упакованными. Вот. Вот так вот, чик. Сделан этот аппарат, короче, на основе M2000 и A50. A50 это A-класс, и M2000 это моноблоки, соответственно. Просто посмотрите. Это нереально большая штука. Мастер говорит, мой первый раз он видит литой корпус у трансформатора. То есть, видите, здесь он получается не просто кастрюля, неважно из какого материала, а именно отлит. Ну, из алюминия, скорее всего. Не знаю. Не изучал, честно говоря, этот вопрос. Но, тем не менее, это просто, просто невероятно. Ну, и вот, собственно, количество транзисторов. Естественно, что снизу еще столько же. Так, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 транзистора на каждый канальчик. Это вот у нас плата с выходными терминалами. Ну, все такое серьезное, монолитное. Ну и вот эти баночки. То есть сказать, что я большие баночки видел всякие, но вот это, наверное, самые большие, какие я видел. То есть каждая баночка больше, чем 0.33 жестяная. Ну, как типа формата Coca-Cola. И они на 80 вольт по 56 тысяч микрофарад. Вот. Платку, кстати, они позолотили. Видите, все такое блестящее. И, по-моему, еще вот эта вот перемычка какая-то. Я уж не знаю, что он там за функцию выполняет. Но, судя по всему, она тоже позолочена. Очень похоже блестит по цвету. Вот. Ну, здорово. Я рад, что эта вещь так звучит. Потому что я, знаете, не то, что я не переживал, потому что эта вещь заказная, но, скажем так, с такими большими мощными аппаратами немножко так с опаской я связываюсь, потому что иногда они бывают такие жестковатые по звуку, то есть рассчитанные на то, чтобы наорать на большое помещение, но не рассчитанные для комфортного домашнего прослушивания. Но здесь получается, что, в общем-то, и наорать могёт, и можно потихонечку послушать, и ничего не произойдет плохого. Ну, то есть, вполне себе приятно и комфортно. Так, давайте завершим это классическим звуком все это действие. Есть у меня там кое-что в запасе. Вот такое вот у нас получилось видео интересное. Да, кстати, наверное, мягкость вот этого мощника, она очень неплохо сопрягается с прозрачностью родных предусилителей. Потому что акуфейсовские предусилители, они такие, они все-таки не то, что не линейные, но, в общем, они чуть-чуть красят звук, они немножко как бы делают его прозрачнее, чем он есть. То есть разрешение поднимают, и ввиду этого вот такая мягкая подача того усилителя очень уместно получается. Друзья, я благодарю вас за внимание. Трек будет завершающий.
что до новых встреч. Thank you.